Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня 20 марта, я хочу просто вам показать, какая у нас прекрасная весна. Вы представляете, сколько у нас снега? У нас солнышко, ветра нету. И вы посмотрите, что делается. Он, конечно, подтаивает, но не так быстро. Видите? Вот. Вот эти дорожки, почему они у меня вот такие вот оттаившие, а вот такая вот еще не такая? Потому что у меня есть замечательная вот такая вот штука. Я ее называю посох. Это ломик, к которому приварен топорик. И которым очень удобно вот так вот ходить. Что я делаю? Я хожу как с посохом. По чуть-чуть вот так вот стукаю. И оно расходится прям вообще прекрасно. О, сейчас еще немножко небольшой мороз на улице, поэтому сильно, видите? И вот так вот раскидываю. И у меня, я такие сначала сделала дырочки. И они уже из-за того, что дорожка темнее, значительно снега, уже начал снег таять вокруг. А потом еще подбиваю, хожу. Вот. Так что вот вы представляете, сколько у нас еще снега. У нас его еще очень много. А самое главное, вы видите, обратили внимание, какой он у нас чистый. А это о чем говорит? А это говорит в первую очередь об экологии. Значит, у нас здесь чистый воздух. Видите, представляете, сколько снега? Тут ему еще таять и таять. Да. А я думала, в этом году у нас не будет лохматого снега. Нет, у нас лохматый снег есть, как я и говорила. Значит, кто-то вот там вот еще у нас... Кто-то. Здрасте. Ты что, нас не видишь? У нас тут охрана кругом. А вот это, видите, вон, видите глаза? Кто-то там сидит. А вот вы где живете? Вы там что, прячетесь? Сидят в засаде, ребята. Вот. Ну что, дорогие мои, видео будет не очень долгим. Грядки у меня показались. Ой, Чиф поет. Я ему только что вкусняшек отнесла. Песню поет. Солнышко. Боже мой, какая красота. У нас здесь как в горах. Снег чистый. Ой, красота. Вот. Ну, это вообще прям... Это прям вообще, товарищ наблюдатель. Это точно мимо никто не пройдет. Как ты туда залез? Да. О, как интересно. Прям сплошное видеонаблюдение у нас. Ой. Ну что? Немножко с вами погуляла. И прям так хорошо как-то вот на улице. Даже домой идти не хочется. Но нужно. Потому что я вышла в шортиках. Ой, как хорошо на улице. Прям уже, наверное, мне кажется, поставила бы какой-нибудь стульчик и сидела бы. Уже можно загорать. Солнышко такое прям припекает. Серьезное. А у нас сегодня очень сильный туман был. Прям вообще даже вот соседних домов видно не было. Такой сильный был. Это говорит о том, что тепло. И большое испарение. Значит, уже и ночи теплые становятся. Ну что, дорогие мои. Все у нас хорошо. Поэтому. Надо бежать домой.
сняла для вас небольшое видео. Всех целую, обнимаю. Всем побольше оптимизма, друзья мои. Всем мира, добра, любви. Ну что, а пока-пока.